Ребят, привет! Давненько не было меня. Сегодня 30 апреля, завтра 1 мая, праздники. Ребят, значит, уезжаю в гости до 4 числа в Краснодарский край половить рыбку, значит, на речку Качеты-1. Значит, у меня ребята там живут, у них свой огород. И получается, он прямо выходит в речку. Значит, речка такая дикая. В принципе, местные ловят на удочке, на поплавок. Не знаю, может, ставят и сети. Ну вот, поэтому как бы не могу ничего сказать вам. Значит, едем чисто отдохнуть, будем жить в палатке. Возможно, что-то поймаем, возможно, что-то нет. Так что, ребят, смотрите следующее видео мое. Спасибо большое, что смотрите меня. Ну, а так в дальнейшем, конечно, завтра будем выезжать. Сегодня, значит, будем мы что делать? Сегодня будем собираться вечером. Супруга там будет собирать что-то перекусить. В принципе, у ребят все есть. Но мы решили все равно что-то взять. Это, во-первых, не выспался, гляньте, синяки под глазами. Вчера, значит, варил кукурузу, пшеницу, коноплю. Сегодня доделаю ее. И завтра утром мы уже где-то в 6 утра будем выезжать. Можно было раньше, но решили чуть выспаться. Ну что, ребят, до встречи. Сегодня, наверное, еще вечером наберу. Ну, возможно, завтра, как будем выезжать, наберу. Покажу, как загрузился и так далее. Так что, ребят, вот так вот мы собрались на рыбалочку. Нам ехать 3,5 часа. Опа. Машина просто под самый... Вверх, друзья, забито. Просто с ума сойти. Единственное, ребят, что я сделал, это я приобрел колеса новые. Значит, радиусом 16 диски. Как они, в принципе, идут. 16 диски. Резина у меня, ребят, получилась. Вообще 55-я. Идет, но я поставил 60-ю, при этом машина примерно поднялась, друзья, на 1 сантиметр, и реально, я вам скажу, друзья, ощущается, во-первых, резина мягенькая, очень приятная, и ощущается, ребят, реально, что машина приподнялась. Обычно она так едет, получается низковато. Вот, а у нас получается сейчас новая резина, сама резина еще не стертая, и плюс еще на сантиметр выше, нормально. Вообще, ребят, я же говорю, кто хочет приобрести Ford Focus, вот поставить 60-й, наверное, протектор, и плюс еще, я думаю, нужно добавить этот, скажите мне, проставки поставить, перед 2-3 сантиметра, сзади это 3-4, тогда машина будет готова к езде. Так что, ребят, вот так вот у нас получается. Сейчас еще водичку наберем и поедем. В принципе, машина собрана. Едем, ребят, в Краснодар. 3,5 часа где-то езды примерно у нас будет. Поэтому друзьям едем. Дорога будет длинная. Так что как бы вот так вот. А там уже на речку, еще раз говорю, едем дикую. Именно карпятников, спортсменов там, ну, не бывает. Сидят просто люди деревенские. Так что посмотрим, что как. Поймаем, поймаем. Нет, нет, отдохнем, отпразднуем с ребятами 1-2 мая. Майские праздники. И так далее. Все, ребят, давайте выйдем, включимся. Вообще пока показывать, пока ничего. пока не приобретешь. Хорошо. Я вообще молчу, блин, никому не говорю даже. Все ребят, хорошо. Ну все, мы выехали. Время 6:20.
6:30, грубо говоря. Навигатор показывает, ехать нам нужно в районе 3 часов. Чуть-чуть меньше, наверное, потому что пока пробок нет. Поэтому будем ехать, иногда включаться. Будем рассказывать наши приключения. Надеюсь, доедем все без происшествий. Машина загруженная, вы видели. Все, друзья, супруга села, мы поехали. Ребят. Сюда иди. Друзья, ну что, мы уже почти что подъезжаем. Большая часть дороги мы сделали, проехали. Значит, было у нас 2,5 часа, но получается уходим в итоге на 3. Почему на 3? Потому что было у нас препятствие, было точнее на дороге, ремонт дороги, и мы на 20 минут зависли. Поэтому мы теперь, ребят, приедем, тут пишет через 9:30. Должны были в 9 приехать, ну, возможно, было где-то притопить и побыстрее. А так получается, мы приедем 9:30 утра. Ну, ничего. Сейчас вот проезжаем последний платный проезд. Так что, ребят, смотрите дальше наше приключение. Друзья, приехали мы на место. Вот так вот оно выглядит. Еще покажем вам. Вот Наташа. Вот туалет там у нас. То туалет дадим? А? Да, да. Вот у нас банечка. Вот речка, ребят. Тут мы будем свой лагерь раскидывать. Вот помостье у нас. Вот хозяин у нас самый главный. Здесь Дима зовут. Вот, ребята, я вам сейчас уже хотели еще раз покажу, как мы сюда ехали. Просто, друзья, просто машина забита со всех сторон. Так что, Дим, понял как? Смотри, просто забита. Даже крыша, понял? Нужен бокс, блин, это вообще труба. Короче, Дим, нам надо сейчас будет, мы сейчас быстренько чай забацаем. Чего? Да мы не ели ничего. Я проснулся в 4 утра, она спала. Я пошел, пока подзагружал, уже 6. Туда-сюда, она говорит, давай чай попьем. Я говорю, какой чай, поехали. Стали еще на этой остановились, а там дорогу ремонтируют. А еще знаешь, сколько она снимает? Надо раскладываться. Слышь, там столько выезжаешь, людей рыбу ловит. Нет. С трассы направо. Там что там? Там мужик сказал, я остановился, говорит, рыба, этот, водоем зарыблены, правда? А здесь? Ну вот, к вам сразу с трассы направо переворачиваешь, а читы там три или этот. Что там у нас? Друзья, мы, короче, сегодня шикуем. Наташа, ты видела? Иди посмотри. Это вот ваш. Что ваш? Вьетнамский. Друзья. Не говори. Про операцию тоже не говори. Вон там. Понял? А мне зачем я чего? Нет, ну что так, знаешь, расспрашивать? Просто нельзя, это там не в бане. Не... Ты видела, Наташ, поросят? Иди посмотри. Смотри, коза у Димы. Ребят, смотри. Глянь. Козочка. Привет! Привет! Иди, Дима говорит, вот говорит. Наташа, это дикий кабан. А что у него с глазом? Стреляй, гниет что ли глаз? Да чудо, ну, надо полечить. Это Кирья. Глянь, Наташа, на тебя он, козочка. Ты гладишь, Дим? Друзья, короче, вот так вот у нас. Так, ребят, будем потихонечку раскидывать наш лагерь. Все кайфово здесь. Дрова все есть, деревья. Вот так вот.